И приехали в парк Шевченко. Сейчас сходим в зоопарк, который совсем недавно открылся, и посмотрим, есть ли там очередь. И вообще, как там все происходит. Что там интересно. В общем, все расскажу. Вот такая очередь в зоопарк, друзья. Как видите, очередь большая. Зоопарк вот по таким пригласительным. Бесплатно. Добрый день, друзья. Мы находимся в зоопарке города Харьков. Зоопарк открылся совсем недавно. Сегодня мы пришли специально в пасмурный день. Думали, мало людей. Людей очень много. Зоопарк самый крупный зоопарк Европы. Зайдя в зоопарк, очень легко ориентироваться. Смотрите, какие путеводители. Сразу можно понять, где какие звери живут. Оттуда мы вошли. Место для фотосессии. Сразу здесь очень много таких мест. Ну, в общем, пойдем посмотрим. Все ухожено. Людей, я вам хочу сказать, очень много. Очень много. Такие вот павильоны под стеклом. Сейчас посмотрим, кто там обитает. Сейчас подойдем поближе. Как он ест, понимаете? Так, кто здесь? Макака. Макака япончика. Вот такая вот. Пойдемте дальше. Так, а здесь... Ох, медведи, смотрите. Сейчас я подойду поближе. Ой, как им здесь хорошо, наверное. Смотри, как красиво все сделано. Куда-то ушел. Смотрите, где они живут. Спрятался. Ну ладно, мы сюда еще вернемся. Подошел Мишка. Я тебе покажу поближе его. Вон он. Мишка косолапый. Находится под стеклом. Смотрите, там олень. Это смотровая площадка. Вокруг живут медведи внизу, так что мы можем подойти и посмотреть. Очень все хорошо видно. Если повезет, чтобы они не спрятались. Так, здесь нет. Вот он, красавчик, сидит. Он сидит, даже лежит, отдыхает. Я думаю, здесь все условия для нормального существования. Смотрите, как все сделано. С камня. В общем, очень хорошо. Я думаю, деткам нравится, да и взрослым тоже. Мишка отдыхает. Никто ему не нужен. Все у него есть, у него тихий час. Это вольер со львом. Вот он, красавчик. Видите, какой большой. Так. Вон самочка. Находятся они в помещении. Наверное, так нужно. Вот он, красавчик. Как вам? Красавчик. Хочет кушать. Не, ну не знаю, что делать. Вот они. Величественный. Вот он идет, красавчик, на нас. Все это под стеклом. Не наші, власне, не з колекції зоопарку, а просто з річки, які сюди залітають, які просто тут подобається така захищена водойма. Ну, в майбутньому тут, скоріш за все, засели ще черепа, які завжди були у зоопарку, але просто їх повиловлювали на період реконструкції. Так що ждемо черепах, скоро заселять черепахами цей водойом. Вольєр з птицями. Посмотрите, какие они все разнообразные.
Ось тому, що це ну, згранні тварини. Власне, цей вовк. Такого, ну, незвичайно, здавалося б, кольору для вовка. Він один, тому що скоро він походить з американської популяції вовків. А серед них багато таких от, ну, цікавих кольорів. Чорний. Мої, от він, красавчик. Смотрите, який пятнистий, беленький. Молодой, интересно, сколько ему лет. Вот он, есть себе красивый какой. Вот он ест. Какие-то колючки кушает, да. Вот он, статный такой. Красавчик. Какой-то, да? Это у нас гиена плямыста. Вон она. Отдыхает. Немножко увеличим. Вот такая гиена. Да, вот кошечка гиена. Ну, я вам хочу сказать, не маленькая. Будем разбудить, она спит. Чистенькая ей тут, хорошо. Так, это здесь бегемот. Посмотрим. Там где-то бегемот, это точно. Но мы его не видим. Путешествие продолжается по зоопарку в городе Харьков. Зоопарк, повторюсь, очень новый. Открылся совсем недавно. Вот, поэтому очень интересный. Это мы видим на пути у нас контактный зоопарк. Что значит контактный зоопарк? Это значит, детки могут подойти и погладить животного. Но он еще пока закрыт. А вообще для релакса деток это очень полезно. Так, это вольер. Чей-то. Сейчас посмотрим, кто здесь обитает. Смотри, какая водичка чистая. Какая красотка. Единственная сидит. Так, кто это у нас? Стервятник. Это у нас стервятник. Боже мой, какая красота. Посмотрите, что у нас. Красавцы какие. Статные такие пеликаны. Вот так приблизим. Держатся, видите, как вместе. Много верблюдов. Сколько их здесь штук? Пять. Так, смотри, какие они. Слон азиатский. Будем его искать. Такие большие. Страусы. Азиатский слон, друзья. Сейчас приближу камеру. Вот он. Ну, большой. Пока один. Ушел. Огромный, красивый. Спешить ему некуда. Оригинальная фотозона. Столиками или более 4 человек за столом при условии обязательного ношения респиратора. Видите, все еще идут ремонтные работы. Зеленые настилы готовят. Вот они там все делают на работу. Обезьян заводят. Кроме лиц до 18 лет, документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, желтых и зеленых сертификатов. В общем, работы, конечно, много сделано. Мы долго ждали этот зоопарк, когда он откроется. Дождались. И рада, что именно в нашем городе открылся такой прекрасный, замечательный зоопарк. Очень много интересных мест, животных. Пойдем посмотрим, что такое помещение, смотрите, интересное. О, скорее всего, шимпанзе здесь.
Вот они, видите, для них как тепленько было. Посмотрим, поищем хотя бы одну. Папа, смотри, а то она сейчас залезет, а ты ее не увидишь. Зачем тебе карты? Ну, интересно. Ну, они об этом у нас программах нет. Ну, как ты дома посмотришь? Висит, сколько же она висеть будет? Нравится, наверное, ей. Розовая фламинго. Дитя заката. Рыбы еще. Дерутся. Ты видела, они дрались? Где? Так, немножко покажу. Мы пришли оттуда. Вот там центральный вход. Рысь. Красивые. Немножко приближу камеру. Она умывается, как кошечка. По всей территории зоопарка такие лавочки. Можно посидеть, отдохнуть. Видите, много работников, ухаживают. Чистота и порядок. В общем, красота. Здесь я не знаю, кто будет, но видите, даже нет еще вывески. Но посмотрите, как все здесь готовят. Ну, красота же. И водоем здесь хороший. Посмотрим. Фонтанчик вон дальше. Вон, какие молодцы. Я рада, что в нашем городе такой прекрасный зоопарк. На радость всем жителям и гостям города Харьков. Давай, 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 выныривай. Большой такой, но мне кажется, он прям спрятался, ты видишь? Он спрятался, он у них сейчас адаптация идет. Ну да, они сейчас же боятся, ты видишь? Да, он дышит, что ли, видишь? Не, ну как же, он долго под водой, да. Вот все опять. Сейчас помещение, где живут крокодилы. Смотрите, какое хорошее, красивое решение. Залит бассейн, это все под стеклом, видите? Под стеклом. Сейчас будем его искать. Вон он. Так. Вот так это все смотрится. Видите? Вот. Подошел близко. Забился тоже. Не могу туда подойти. Там видите, сколько деток. Тоже маленький. Маленький. Да. Малышонок. Будет. Вот такой крокодил. Можно сливать, подождем. Улыбнулся. Вот такой красивый. Крокодил, видите, над лампой лежит. Наверное, принимает спа. Я понял, как в спа-салоне. Мы выходим, вот, в общем, да, им тут замечательно. Из зоопарка играет приятная музыка. Расположено очень много кафе, лавочки, зон отдыха. В общем, можно приехать сюда и провести здесь целый день с ребенком. Все сделано для отдыха. Все, все, учли все. Спасибо огромное за зоопарк. Нам понравилось, мы довольны. Будем ждать еще, когда подвезут еще других зверюшек. Вот он, красавчик. Ну все, всем пока. До скорых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Дальше нас ждет много интересного.